команды сыграли. 11-й тур сегодня стартовал двумя играми, которые проходят в это время. Результаты обязательно вам скажу. Ну а мы сегодня будем смотреть матч Шерифа Дача. Ну, Дача возникла на горизонте, на Олимпе, так скажем, молдавского футбола чуть позднее. Вернее, существует команда. Это Петр Стоянов, главный арбитр, которому сегодня доверили судить эту игру. Так вот, Георгий Георгиев в воротах, 7-й Александр Пащенко, 8-й Братислав Куношевац, 13-й Диего Сиване, 15-й Денис Илеску, 21-й Жозе. Расстояние по футбольным меркам небольшое, но учитывая, повторюсь, короткий сезон, это достаточно много. У нас Шериф имеет великолепный момент! И на второй минуте счет открыт! Итак, не видно отсюда, кто сделал эту великолепную передачу. Никакого, конечно же, положения вне игры не было в помине. Провалилась здесь оборона Дачи. А это Брезовец. Брезовец вывел Жайро 1-1. Ошибка, грубая ошибка сначала в опорной зоне, ну и провал в оборонительных порядках. Жайро спокойно и легко, хотя вроде бы уже так завокот начал и говорить, закончу свою мысль. 26 очков у тираспольчан было перед этой игрой, 22 удачи и 4 очка. Расстояние в победы, то во многом это может уже означать, что Дача отстегивается от чемпионской гонки. Не факт, конечно, но 7 очков будет уже серьезно. Первая желтая карточка. Вот Андерсон завершится встреча. И также Святой Георгий играет с Зимбро. Там пока счет не открыт. 0-0. А у нас Шериф бежит в очередную атаку. Жайро направо отдает. Сушич убежал от Мамаха. Передача Сушича. Жайро остановил. Добивание. Гол! 2-0. Баристы Дачи. 2-0. Ну да, здесь сложно на самом деле было вообще понять, за что этот мяч не засчитывает. Вот здесь получил по ногам Сушич, но момент доиграл до конца. Жайро великолепно грудью себе мяч скинул. И дальше уже проткнул его мимо выходящего из ворот отчаянно Георгия Георгиева, даже выпрыгивающего, я бы сказал, из ворот. И тем не менее, из вратарской опять дали пробить отчаянно Георгия Георгиева, даже выпрыгивающего. Принципиального соперника. И это уже такой серьезный нокдаун. Но вот сейчас, чем ответит Дача. Удар по воротам Микулича не опасный. Это Форте сбил. Не пошел. И Дача теперь, Хотелось сказать, начинать до Силла. Руками его остановил. Соперник и извиняется. Шкан толкнули в спину его. Все-таки дает нарушение правил Петр Стоянов. И с небольшим запозданием. Брезовец добежал, Брезовец, и отдает передачу, сам не пробил, и Домашкану мяч в ногу не вложил. Вперед, Жайро технично и красиво, и получает тут же ответную передачу. Жайро может один в один обыгрывать, поет! 3-1! Хет-трик Жайро за 26 небольшим минут. Сложится Георгий Георгиев. И опять бразилец, что творит, передачу на Брезовца отдает! 4-1! 4-1 Йосип Брезовец! Поменялись местами сейчас Брезовец и Жайро. Да Силва, это фол на желтую карточку, как минимум. Нервничают Даки, Диего Сиване. Сейчас ему есть о чем на одном языке поговорить с Криштиану да Силва. Ну и чем здесь сейчас еще возмущается? Может, и сказал ему что-то Криштиану, но за такой фол можно и говорить. Чуть-чуть голову не оторвал сейчас нашему бразильцу. Вот, смотрим стандарт. Подача. Скидка. Удар!
Центр кого-то попадает из игроков. Мяч. Феерический удар. Сейчас Жайро приближается к штрафной. Уже наверняка там мандраж у защитников дачи. При одном виде его поднят флажок. Офсайд там был у Криштиан. Явно поубавится. Жайро у нас пытался сейчас убежать. Да, Силва. Ах, как красиво от одного второго. Диего Силана уже есть. Один желтый есть. Одна желтая карточка на Киланы ходит. Хотя это Пащенко был. Пащенко во второй фазе фалил. Сначала все. Передачу делает на Пащенко. Удар! Штанга и мяч. Мяч в воротах Шерифа. 4-2. Еще один свисток. Сушич поднимает голову. Передача. Жайро в штрафной. Тут уже в подкате стелятся против него соперники. Передача Жайро. Жайро. Получает по ногам, но нужно продолжать игру. Теряем мяч. Жакару. Мяч играет Да Силва, но и здесь видит нарушение правил пенов дачи. Шейх Алан Диара выйдет на поле. Жайро бежит и Домашкан параллельно бразильцу. Жайро один в один будет обыгрывать. Наверное, обыграл одного, второго. Удар выше ворот. Сушич едва из-за спины не выскочил от Галеса, но борется за каждый мяч. И вот это под... Еще один подкат сзади. Дос Сантос не бьет. Брезовец! 5-2! 5-2! Вновь, да! Жайро. И Домашкан в правильном положении бежит. 1-1 выход Домашкана. Мяч отпустил Виталик. Должны были сейчас и шестой забивать, но по-прежнему Домашкан в штрафной. И вот только сейчас фаур. Большими силами дача пришлась в штрафную, и опасно, и мяч в воротах. Засчитывает этот гол Петр Стоянов. Слышь, ногам получает Да Силва. Еще одна желтая карточка будет. Александр Пащенко ее получает. Банка Домашкан. Скидка. Брезовец! 6-3! 6-3. По-прежнему становится уже не в каком, в третий, по-моему, раз. Трехкратное преимущество Шерифа. Ну, а смотрите, хозяева еще не наелись. Дибанга, еще одна скидка. Удар. Микулич, ну, на этот раз сделал как надо. Майки. Пащен. Мощнейший удар, добивание. Но Антон правила нарушает. Все против того же Диара. И получает желтую карточку не за само нарушение, а скорее за разговор. Дача проигрывает третий матч в этом сезоне. Удар воротом Микулича неожиданный. И все. Ни секунды не дает переиграть Петр Стоянов. 6-3 деклассирует сегодня Шериф кишиневскую дачу. Еще прочнее закрепляясь на первой позиции. И думаю, что уже в полный голос и вполне так серьезно заявляя о своих чемпионских амбициях. 6-3. Разгром дачи.